Да, спасибо большое. А если ты скажешь, что вот вчера уже был прекрасный визит ваш. Она артеритизик, ты сама настаиваем другая. Наш народ, наши граждане очень приятно ваши визиты. Значит, результат будет. Монгольская национальная лодка, она сделана чисто из природных ресурсов. Как вы видите, и одна вытяжка, она составляет где-то 20-30 килограмм. Уважаемые гости, дамы и господа, вы находитесь на площади стрельбы из лука. Это третий вид натовских спортивных игр. Именно кочевые племена, которые жили к югу от Байкала, впервые изобрели лук и стрелы. Впоследствии ставшие орудием охоты, потом войн, а теперь в современной Монголии стрельба из лука является одним из ведущих видов спортивных состязаний. Как вы видите, мишенями служат небольшие кожаные цилиндры, которые набиты шерстью, ведь каждый элемент национального вида состязания в праздничные дни на дома являются именно культурными наследиями, культурными ценностями, также и аутентичностью кочевого многонационального монгольского народа. Именно во время правления Чингисхана при создании Великой Монгольской империи в армию отбирались наилучшие меткие стрелки. С 3 лет монгольские немножко потренируйся, вы большой талант. Спасибо. Это лошадь я дарю вам лично. Фитнес-то? Ему 10 лет. Спасибо. Очень дорогой подарок. Вы можете дать собственное имя ему. Так уже дали. Мир. Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную. Это для таких крупных полей. Очень мощный трактор, относительно несложный для специалистов, но тот, кто не видел такой техники, надо обучать. Это 80-й, а это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Спасибо. Советую научиться. Очень хорошая техника. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его современнили, но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Вот. Зимой здесь снег, да? Будем честно, здесь полностью снегопад.